Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала. С вами Константин. Мы продолжаем проходить One Piece Unlimited Cruise 2. У нас с вами третий остров. И, соответственно, сегодня, я надеюсь, будет первый босс. Перед началом я хочу сказать всем спасибо за ваши поздравления. То, что у нас наконец-то на канале 2000 подписчиков. У нас скоро будет, как я уже ранее говорил, небольшое награждение. Как только у меня приедет моя посылка, она приедет очень издалека. Я нескольким людям, своим подписчикам, соответственно, за заслуги определенные, которые я скажу потом, вот, раздам несколько подарков. И проведем потом небольшую лотерею ВКонтакте. То есть в лотерее могут участвовать все, людей ВКонтакте пока что мало, так что выиграть, в принципе, довольно много. Подарок, я думаю, будет очень симпотным. Ну что, давайте продолжим. Итак, на что мы остановились в прошлый раз? В прошлой серии, соответственно, я остановился на том, что искал чертов грибной пирог. Итак, в данный момент я... Не то. Я его сделал. То есть я прокачал готовку. Вот у нас этот пирог. Делается он, в принципе, из элементарных материалов и тех больших фруктов, которые мы нашли в прошлой серии в конце. Вот на этом же острове. Я прокачал кулинарию. Всю кулинарию я качал на первом острове. Побегал где-то еще минут 20. У нас, для справки, сейчас наиграно... У меня в игре наиграно примерно 5 часов. Вот. Так что давайте двигаться дальше. Мы сейчас по-быстрому мимо всех пробежим. Вот. И будем с вами с первым боссом сражаться. Музыка в игре сделана по минимуму, потому что она имеет очень плохую привычку в неожиданном месте вырубаться. Ну, или начинать глючить и показывать какие-то помехи, что, в принципе, ну, не очень. Как и мне, так и вам. Куда, 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 куда? Стой, 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 орех. О, нормально. Так, сейчас вылезет глаз усыпляющий. Мы с вами здесь уже бегали и бегали, по-моему, даже не раз. Раза три, наверное, я здесь только при вас пробегал. Фармить, как таковой, я сюда не ходил, потому что здесь я ничего такого уникального не видел. Так, я не знаю, кто будет у нас следующий босс. Я надеюсь, мне ранга GP сейчас хватит на то, чтобы сразу до него дойти, до этого босса. Если нет, то придется поставить на паузу, чтобы его прокачать. Потому что сколько еще там требуется, я не знаю. Лишь бы не золотой требовался. Лови золотого жука, и вот это вот, ну, не очень. Все остальное качается буквально элементарно. Какое-то облако здесь опять. Вот оно меня немножко напрягает. А может быть, здесь даже и не босс будет. Может быть, просто будет переход вон туда. Сейчас узнаем, сейчас посмотрим. Я приготовил соляные шарики на случай, если сейчас у нас будет какой-то зомби-монстр. Так, нам нужно прокачать у нас ГП. Что нужно прокачать? Да, в принципе, все нужно прокачать. Ну, давайте посмотрим, что мы можем качнуть. Так, ну вот это вот обязательно мы сейчас все заюзаем. Я прям при вас это все прокачаю сейчас. Много времени, я думаю, этого не займет. Так, зелья мы не будем. Фрукты можно. Фрукты мне не нужны. Их всегда можно еще пособирать. Так. Вот это тоже все сейчас отдадим. Вот вы, надеюсь, сейчас не слышите, но музыка сейчас выдает какой-то бред у меня. Так, рыбку мы тоже съедим. Рыбка, она нам не нужна. Так, вот эти фрукты как-то очень не хочется больше тратить. Во, морковка. На ней прекрасно качается все. Я пожалел, что, наверное, еще и больше ее не собрал. Так, 3-3. Так, что дальше? Кокосы. Кокосы я не хотел бы тратить, потому что они требуются во всей готовке. Но насобирать их никаких проблем не составляет. Так, что еще нужно? Нам нужно еще покачать каждую на 3 и огненную на 5. Хорошо. Каждую на 3 и огненную на 5. Вот, съедим вот эти все. Ага. Осталось немножечко прокачать совсем. О, слушай, а вот эти муш-муши, которые у меня, они, оказывается, прокачивают золотой GP-ранг. Надо заполнить это. Огненную на 5. Вот, кстати, вот это будет у нас, поднимем, у нас будет огненная. Есть, огненная есть. Так. И вот здесь съедим еще одну. Нет, не одну. Блин, съедать их все очень не хочется. Давайте лучше вот синий фрукт сейчас съедим. Просто хоть немножко поэкономить. Вот. И один кактус. Кактусы нужны для прокачки. Ну как, ну что? Все, хватает. Так, ну что, смотрим. Я не знаю, кто будет. Даже честно, даже не догадываюсь. Конечно, здесь зомби, но я не думаю, что опять будет море. Море у нас было в первом острове. Итак.
Что происходит? А, Луфи провалился под воду. Луфи, давайте ловите его. Ну да, кинулись два фруктовика. О чем вы вообще вдвоем думаете, говорит? Вы же оба не можете плавать. Да, это смешно. Так, слушайте, а вон босс. Ну, по крайней мере, я вижу, что у нас там растение с боссом. А как туда пройти? Сейчас посмотрим. Так, у нас нет другого выхода, кроме как подойти к этому дереву. Но нет никакого пути, чтобы туда пройти. Может быть, можно как-то обойти? Так. Нам нужна лодка какая-нибудь на сане. Слушай, говорит, замечательная идея. У нас есть одна потрясающая лодка, но нам нужно вернуться на сане. Отлично, давайте сделаем это. Как насчет мини-мири 2? Я подумал, что она прекрасно подойдет для здешних вод. Отлично, Мэри. Да, я не думаю, что... нам что-то другое еще понадобится. Отлично, нужно на Мэри. Так, а нам нужны вот эти вот деталюшки, чтобы ее... Кол. Блин. Вот, а я уже приготовился, настроился, чтобы с боссом драться. Так. Хорошо. Давайте я сейчас поставлю на паузу, сгоняю на корабль. Там, возможно, увидели вот эти вот детальки нужные. Они фармятся у нас на предыдущем острове где-то. То есть это нужно где-то что-то пофармить. Или на этом... Здесь у нас не падает? Подождите, сейчас вот прям попробуем. Может быть, на этом острове вот эти вот маленькие камушки. Я в упор не помню, откуда я их брал. Я помню, что откуда-то я их собирал. А, так они здесь у нас и собираются. Слушай, давайте тогда здесь немножко сейчас... Я не буду тогда выключать запись. Сейчас мы здесь ее и пособираем. У меня там 4 было, это сейчас у меня 5. Мне нужно 10. Еще нужно 5 таких найти. Обращать внимание на всю эту мелочь мы не будем. Тихо. Так. Здесь я не вижу. Да блин. Ой, блин, опять эти зомби, которые из-под земли выпрыгивают. Так, а я вообще вот сюда в прошлый раз ходил? Да, ходил, но здесь я пройти никак не мог. Так, там у нас грибочки. Кстати, там что-то грибочки какие-то странные. Они что, позволят запрыгнуть наверх, что ли? Что-то я в прошлый раз не подходил туда. Нет, они просто здесь растут. Просто какая-то халява. Замечательно вообще. Еще грибы на халяву. Ой, вот эти вот рыцари. Они довольно напряжные. Соль использовать я сейчас не буду. Я чувствую, что она мне еще пригодится на боссе. Так, вот как назло, я помню, что целая куча вот этой вот, этих залежей здесь было. Ой, блин, а. Так, где-то здесь тоже были. Здесь у нас цветок. Чувствую, придется сейчас к мосту бежать, потому что здесь что-то нет у них где больше. А, вон там вижу. Вижу через мост. Блин, все равно усыпился. Давай, вставай. Фрэнки, вставай. Да, по ходу прокачки кулинарии я довольно неплохо прокачал персонажей. Вот у меня, в принципе, наверное, сам прокачанный сейчас будет чоппер. Так, идь. Нормально. Так, это была 6-я. Там у меня больше нет нигде. Нет, я там больше не вижу. Так, давайте перейдем туда через мост. Там точно были еще залежи. Я в прошлой серии что-то поленился их брать. Я подумал, что они мне не нужны. Вот как всегда. Золотое правило One Piece. Увидел, бери. Что это такое? Чуть я воткнулся в дерево. Драться с ними смысла нет. Там он еще фрукты есть. Вот эти фрукты можно пособирать, потому что при помощи них еще мало ли что придется прокачивать. Вот. Ну, ту же кулинарию, Санджи. Как, почему бы и нет? Так, сейчас возьмем вот эти фруктики, раз уж мы тут рядышком, раз уж так уж получилось. Да. Ну, слушай, теперь с этой стороны тоже видно этого босса.
Блин, вот эти вот усыпляющие растения что-то немножко напрягают. Ну, ладно. В принципе, не так уж и важно. Телефон подыхает. Так, вон я вижу. Вон там вот среди кустов. Там есть залежи. Сейчас мы их повернем. Вы... О, успел. Да что ты будешь делать? Так, это седьмая. Еще осталось найти три. Да что ты будешь делать-то? А, я же забыл, что я не могу бежать, когда у меня кирка в руках. На этом острове на самом деле столько опасностей и всякие ловушки, растения усыпляющие, зомби вылазящие, зомби колющие. Прям вот... О! Да нафиг мне, ребята, с вами драться. Вы не очень хорошие. Так, давайте немножко жизни подберем. Вот эти цветочки, они, в принципе, бесконечные. Ой, как медленно жизни с него набираются. Жаль, что навык не прокачивается от того, что я убью. Молодец. Молодец, Фрэнки. Вот я просто так вот сейчас вот здесь стою и набиваю этот цветок. Давай, поднимайся. Так, пошли туда. Ну ладно, все-таки немножко подлечились, это уже хорошо. Вот эти цветы, вот эти вот огромные цветы, которые вылазят, они очень больно бьют. Вот эти вот, 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 вот. Так, тихо. Давай. И... Так, это восьмая. О! Давай. И это девятая. И мне осталось еще последнюю собрать. А вот и последняя. Все. Вроде бы все собрали, так что погнали обратно на корабль. Ну, бежать тут, в принципе, близко, так что мы сейчас с вами прям в момент добежим и посмотрим уже, что у нас там будет. Давайте я поставлю на паузу, как только прибегу на корабль, то продолжится запись. Та-дам! Так, я снова на корабле. Давайте откроем, соответственно, нашу прокачку. Где у нас? Вот, минимери 2. Я собрали все нужные материалы. В принципе, найти их было несложно. Я боялся, что сейчас там будет какой-то очень хитро выщипанный материал, который не найти. Но вторая часть в этом плане реально действительно более лояльна, чем первая. В первой части тяжелее. Так, Minimary 2. Так, а теперь как нам ей пользоваться? Давайте сначала спустимся, посмотрим на нее. Допустим, подлодка, акулья подлодка, соответственно, появлялась просто уже на карте, где ее и была. Так, давайте посмотрим, что здесь. Угадали? О, угадал. Ага. Не, ну так пользоваться нельзя. Соответственно, нам нужно, наверное, как к одному из причалов, наверное, дать. Ой. А что это такое? Кристаллическая соль. Так, у меня есть еще место? Блин, не то нажал. И золотой орб. О, золотой орб. Это прям как манна небесная. Это лишний раз не ловить просто золотого жука. Вот это вот хорошо, вот это мне нравится. Так. Отлично, отлично. Так, давайте с вами сейчас сохранимся. Ну, потому что мало ли какой кажется босс, а потом опять заново все это начинать. Ну, зачем, верно? Так, у нас здесь где-то на выходе, я так полагаю, стоят вот эти вот причальчики. То есть я так понимаю, кстати, о, у нас теперь на загрузке есть этот мини-мэри и чоппер. О, смотрите-ка. Его труба очень сильно напоминает шляпу, господи, как же его? Одного из этого степенайн леопарда-то. Забыл имя. Хотя один из моих любимых там. Хорошо, давайте использовать мини-мэри. Она поможет нам путешествовать. Роб Лучи. О, вспомнил. Реально шляпу Роба Лучи цилиндр напоминает. Итак. Ну что, поехали. А в каком направлении ехать? Давайте взглянем на карту. Мы теперь можем передвигаться с вами вдоль реки. То есть, в принципе, здесь нам передвигаться только, ну, вдоль всего побережья. Помимо того, что, я так полагаю, мы теперь можем на противоположных причалах останавливаться. Это очень прикольно. Такое очень разнообразие по геймплею сделали, мне нравится.
Зато теперь мне понятно, почему здесь такой странный был мост. Никак ускориться нельзя? Нет, к сожалению, нельзя. Похоже. Так. И это у нас немножко не тот причальчик. Так, как нам туда проехать? Здесь, кстати, вот у нас есть проход теперь. Насквозь, вон та пещерка. Туда обязательно надо будет потом тоже заехать. И я что-то не помню, на предыдущих островах, по-моему, у нас не было возможности кататься там, потому что реки особо как таковой не было. Так. Ну, я так полагаю, мне, наверное, вот на этот причал надо, чтобы до босса добраться. Или нет? Не-не, вот на тот. Но кататься здесь можно. Вон место для ловли, я вижу, новое. Блин, дым немножко мешает. Стоп. Сейчас. Как парковаться? Во. Так. Блин, мне немножко не нравится, что у нас нету зоны, чтобы драться с ним. То есть это такая вот маленькая получается очень территория. А может и не маленькая. Но все равно как-то не очень. Ладно, что делать? Давайте смотреть. Сейчас все сами увидим. Что гадать? Итак, наконец-то босс. Два босса. Это уже плохо. Блин, что-то какая-то мода пошла на два босса. Я прошлых еле убил. С ума сдурели, что ли, я? Кто? Матерь божья. Роб Лучи. И Каку. Леопард и жираф. И, судя по всему, два психа. Опять превратился в нечто невообразимое. Обыграли, конечно, они серию эту всю. Вы, ребята, пижоны, говорит. Сразу два противника, Луфи и Зоро. Это теперь проблема. Да никакой проблемы, сейчас им наваляем, говорят они. Так, чувствую, я с первого раза не наваляю. Хорошо, что я сохранился. Ладно, ну что, давайте уже сражаться. Будем смотреть, сначала будем испытывать их способности. Сколько жизни лучше, матерь божья. И фиг по кому попадешь. О, бить надо на упреждение. Я уже у Фрэнки вот это заметил, что нужно отойти от цели. Цель сама придет под второй удар. Ай-я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 й. Беги, чё ты встал, робот? Тихо. Ох, мать. Ой, тихо. Так, оп. Делаем удар. Не туда, почти попал. Я не буду делать таргет. Мне опять люди пишут, почему ты не используешь таргет. Да потому что, во-первых, очень тяжело уклоняться. Во-вторых, бегать в стороны я не могу вот так вот реально стрейфиться, когда у меня есть таргет. Ну, не знаю, я не привык так. Я сейчас буду много отвлекаться, потому что говорю, но я не рассчитываю сейчас первого раза их убить. Так, попали по... Как обычно, надо сначала вывести из строя одного. Надо понять бы, кто из них опасней. Ну, конечно, попаснее, наверное, у нас будет лучше, но как убить просто быстрее? Ай-яй-яй-яй-яй, поймал все, что есть. Кстати, чуть не забыл, у меня же там какие-то были лечилки, давайте что ли. Так, я не знаю, зачем мне антидот, и нужен ли он мне. Так, хорошо, что у нас здесь теперь их три... Кстати, нет, наверное, мне здесь солевые шарики не помогут, это все-таки не зомби, верно? Вот так, и вот еще вот такие вот. Это, конечно, лишь всего лишь ресторит у нас... Энергию, ну мало ли, пригодится может. Так. Вот ты смотри, вот они вот своим ссору. Во. Потому что когда-нибудь... О, у нас есть. Давай. Ну да, вот прямым ударом не попадешь.
Вот это я под шквал попал. Не-не-не-не. Брейкраш сейчас использовать, конечно, было бы неплохо, но... Ой, кому-то прилетело. Рубу лучше прилетело. Не-не-не-не. Уйди от меня, кошак. Ты чертов, а? Ну, заметьте, Фрэнки у нас вполне неплохо держится. То есть, я, конечно, понимаю, что это у нас еще лишь первая форма боссов. И бог узнает, насколько психануты у них будут потом коронки, но... О. Нам у Фрэнки дали дэш. Тихо. Не знаю, наверное, будет бесполезный. Ну да, мне просто не дадут прицелиться. Во, у нас Каку перешел во вторую форму. Короче, да, убиваем сначала Каку, а потом будем бить уже это. Тихо, тихо. Лечить Фрэнки не буду. Я на чеппере переберегу лечилки. Не то, что я Фрэнки люблю, но просто я его особо не качал. Сами видите, мне только дэш дали. И коронка пошла первая. Так. Кто будет следующий? Давайте нами. Нами. Да, вот нами я еще хуже, по-моему, не качал. Не, ну я и жизнь немножко подымал, там ее подкармливал, но... Но она, в принципе, неплохо справляется. Ну ладно, ладно. Я совсем забываю про уклонение. Я вспоминаю уклонение только на боссах. Вот все поймал, смотрите. Все поймал. Ну-н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 у. Не-не, это... Каку пошел, смотри, что творить. Он пошел этот, как его... Применять-то его... прям в полете делает коронку. А, понятно. Главное от него отбегать в этот момент. Так, жизни у нами немного. Давайте сразу переключимся на лечилки. Так, приготовим. Так, вот и все. И коронку делает. Слушайте, как у какой-то поехавший походу. Блин, я походу тут застрял, ребят. Так, Брук. Нормально. Тихо. Спокойно. Ой-ой-ой, я не успел применить. Блин, и я сделал вот этот свой бег. Давай, беги. Нет, нет, чертово залипание. Нет. А-а-а. Компьютер сработал, думал, что у меня все залипло. Я надеюсь, у меня от этого не прекратилась запись. Ненавижу, когда такое случается. Чертов Windows 7. Ненавижу Windows 7. Вот поставился Windows 7, и вот, вот такая вот. Восьмерки такого нету. Ладно, я отвлекся, извините, но просто вот так вот. Так, что-то пока как-то у меня не очень все идет. Да ты опять как? Слушай, да ты достал. Убили. Так, ладно. Давайте канонир мой. Эх, блин, урон ты, конечно, наносишь, дай бог. Баста машин. Блин, это еще лучше не перешел в усиленную атаку. Знаете, эти боссы будут... Куда-то стреляю пока в темноту. Тихо. Так. Да бежим. Там этот тигр, кот этот рычит, чертов. Тихо, спокойно. Попытаемся хоть что-нибудь нормально отнять сейчас. Давай, молодец, держи их, усоп. Какая ты жирафина ты, а? Молодец, немножко приспособил. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это опасно.
Да убери ты свою шею от меня. Не уклоняется. Вот если начали носить они атаку, то все, я не могу уклониться. Вот нажимаю на уклонение. Ну не Паша там. Так, ладно, усопа тоже нет. Хорошо, хорошо. Чоппер пошел. Бруталити Чоппера сейчас всех убьет. А может и не убьет. У меня у Чоппера очень много жизней, то есть, но... Блин, вы еще уклоняться можете от этой хрени. Ну-ка, получили по шее. Нет! Так, ладно. Подлечились чуть-чуть. Да что ты будешь делать? Ты как, а? Как ты меня задрал вот этой вот ерундой? Да что ты делаешь? Да читер ты! Где ты есть? Вот, блин, укранился, а? Не, блин. Вот на тебе по шее. На тебе еще по шее. Не, я еще сейчас подлечусь. Ну, ты думаешь, что я тебе? Ну, я не вижу ничего. Так, бежим. Так, лечимся. Лечимся, Чоппер, давай, 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 давай. Молодец. Молодец, Чоппер. Я тобой горжусь. Ой-о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 й. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, секундная пауза. Проверка. Так, я ставил на паузу на случай, если у меня запись прекратилась, когда было залипание. Так, на всякий случай, просто не хочется, чтобы вы пропустили этот бой. Так, тихо, тихо, тихо. На, почти как убили. Уёперный баба, бежим. Есть. Останется лучи. Ох, чувствую, лучи во второй фазе будет вообще. Есть. Минус один. Так, ладно. У нас, в принципе, пока все нормально. Уклоняется, а? Хорош, хорош, хорош. Так, пробуем делать бруталити. Нет, он уклоняется от них. Больно? У него жизни реально больше. То есть пока урон вот от этого удара прилетал куда мощнее. Ну ты смотри, что делает, а? Ох уж этот, блин. Роблучик, конечно. Давайте энергию немножко сейчас поднакопим. Потому что энергия тратить очень, очень сильно на это дело тратится. А я тоже могу уклоняться. Ничего, ничего, потихонечку. Чоппера будем лечить. То есть Чоппер молодец. Чоппер в игре, по-моему, вообще самый сильный. Нормально. Получил. Ах ты ж чертов ты кошак, а, леопард. Ну, Рублуч, конечно, как босс очень шикарен. Я говорю сейчас про анимешного героя. Каждый раз ты... Он пришел в сильную форму, так все, я не отвлекаюсь. Он сейчас может начать коронки делать, это будет очень печально. О, какие сирики пошел делать злобные. Так. Мне это уже не нравится. Давайте... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, лечимся, лечимся. Молодец, молодец, молодец. Блин. Он вообще какой-то чеканутый стал. Ты смотри, что творит. Хорошо, чтобы первого как убили. Смеш 7 уровня. Уклонился. Я тоже хочу уклоняться. Да ты смотри, смотри, что делает. Ох, жестокий как. Ой, господи, лучи, лучи. Вот это его удар очень непредсказуемый, когда он из стены выпадает. Ну, в смысле, с неба, извиняюсь. Аптечек уже почти нету, персонажа осталось, честно, тоже немного. Хорошо, прилетело, прям в башку прилетело. Одна лечилка еще есть такая, прям. Во, в башку прилетело. Во, неплохо. Во, прекрасно, прекрасно. Тихо.
Хорошо. Чоппер, ты молодец. Ох, сейчас сглажу. Как вот сейчас скажу и сглажу. Роблучи еще ни одной коронки не делал. Сглажу сейчас, как вы, как пить дизель. Вот смотрите, вот я же вот каждый раз когда жалуюсь, что что-то вот легко. Ёперный бабай. Есть, успел. Да на тебе. Да уж ты что делаешь? Ты смотри. Ему кажется, коронки не нужны. Он сам как коронка ходячая. Он в этой быстрой форме. Он сейчас будет еще быстрее. Ни хрена себе. Я дурею. Ну куда ты бьешь? Вы смотри, что делает. Ты смотри, что делает. Энергии нет. Но он очень жестокий. Охренеть. Бегаем, 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 бегаем. Энергия нужна. И пока я буду применять чертовы эликсиры, и глаз тешится. А! Ракушки. Рок-йоган делал. Это бы убило, я уверен. Вот это бы убило сразу. Блин, ну чуть-чуть осталось, но ну вы видите, прям, ну прям вообще. Осталось немного. Держись, Чоппер, ты молодец. Да, немножко. Буквально ему пару-тройку ударов сейчас вот. Блин, уклонился. Держись. Блин, блин, блинский, блин. А-а-а. Да что ты, отвали от меня. Сейчас убьет меня. Еще живой. Давай, Чоппер, еще один удар нанеси ему. Все, убили. Фу. Так, в принципе, персонажа еще хватает. Хорошо. Робин, пошла. Давай, Робин. Робин, ничего такого сверхъестественного нет, но она сможет хоть немножко жизни отнять. Ой, блин, я вот еще на эту коронку не попался, но вот... А помните, я вот говорил, вот что-то говорю, вот... Не, честно, прямо сейчас я не знаю. Все замерло. Молодец. Давай, Робин. Это будет очень символично, если Робин убьет Роблучи. Блин, а? Робин я мало прокачал, видите, у нее жизни тоже мало. Ура! Она получила новый удар и убила Роблучи. Ху-ху! Ура! Ну что, это было неплохо. Благодаря нашей прокачке персонажей, благодаря супер-мега-ультраму Чопперу. Смотрите, мы с вами каких боссов завалили. Боссы были очень сложные. Честно, несмотря на то, что с первого раза забили, по мне боссы... Дай бог. Фу, спасла лишь реально хорошая прокачка. Просто много жизни у наших персонажей. Новые ранги. И еще максимальный ранг повысился. Фу, ну что, круто. А вот и наши сокровища. И что, говорит Нами, говорит, ты приблизился к своей мечте? Своей мечте? Я не такой сильный, как Луфи или Зора. Я не такой умный, как Робин. Спасибо тебе за комплимент. Но моя мечта отличается от других. Это верно. Да, говорит, я смогу исполнить свою мечту. Я не говорю, что моя мечта невозможна. Я просто сказала, что мои мечты немного другие. Так какие же твои мечты? Мои мечты... Ну, короче, она же карту там хочет нарисовать. Давайте уже это пропустим, я немножко подустал уже. Так, хорошо, давайте берем все, что здесь есть. Берем все. Ресторанные драги. Которые, походу, применяются в основном только для редких бут. И какой-то... God Shadow, тень какую-то взяли мы. Ладно, все, давайте сейчас я буду возвращаться, соответственно, на Going Merry. Ой, господи, Going Merry, что я говорю? Я уже начинаю заговариваться. Вот, возвращаемся на Merry. На Merry.
Все, 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 я заканчиваю. Хватит, я уже заговариваюсь. Итак, ну что, это было клево. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Давайте всем спасибо. Всем пока. One that you wanna listen to.